Дорогие земляки, поздравляю вас с столетием чувашской автономии. Для меня наша республика – самый родной и любимый регион. Здесь я родился, в деревне Тархана Шумерлинского района. Получил специальность в Чувашском государственном университете. Работал врачом-хирургом в больнице скорой медицинской помощи. Главой города Чебоксары. Мне знаком каждый двор, каждое общественное пространство нашего любимого города Чебоксары. Дорогие друзья, желаю вам добра, благополучия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне. С юбилеем, родная Чувашия!